Главой Славянского района Романом Синеговским неоднократно отмечалось, что отличительные черты предпринимателей нашей территории – это высокая социальная ответственность, желание участвовать в жизни славянцев. Очередным примером социального партнерства стала инициатива руководства агрофирмы «Садгигант». Плоды нового урожая яблок приехали к детям Славянского района. На фирменной газели агрофирмы «Садгигант» привезли яблоки и в детский сад номер 41, расположенный в поселке Совхозном. Яркие упаковки бэби-яблочки достались детям и сотрудникам дошкольного учреждения, а это больше 200 человек. Мы же видим, как они растут, как за ними ухаживают, какие золотые руки у этих людей, которые их выращивают. Конечно же, очень приятно, что именно эти яблоки сегодня попадут на стол детям нашим. Яблоки, несомненно, богаты витаминами. Они полезны для детского организма. Но самое главное, яблоки – самый вкусный продукт, по мнению дошколят. Я люблю очень яблочки, они вкусные и витаминные. Благотворительная акция охватит детские сады города Славянска на Кубани, прибрежного поселения, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. За несколько дней сотрудники агрофирмы «Садгигант» безвозмездно доставят 15 тонн яблок. Руководство агрофирмы «Садгигант» приняло решение угостить детей, юных жителей Кубани экологически чистыми фруктами, выращенными с любовью. На этой неделе воспитанники и сотрудники детских садов отправятся домой с качественной, экологически чистой продукцией. В фирменных коробках с известной по всей России и за рубежом маркой «Садгигант», которая стала визитной карточкой Славянского района. Спасибо! Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».